Всех посетителей торгового центра «Парма» в столице Коми сегодня пришлось экстренно эвакуировать пожарным. Примерно в половину пятого в службу спасения поступило сообщение о возгорании в подсобном помещении, которое находится на цокольном этаже. Системы автоматической противопожарной защиты сработали в штатном режиме. Всех людей оперативно вывели, никто не пострадал. Я сам толком не знаю, что-то задымилось на нулевом этаже. Как вас давно эвакуировали? Я не знаю. Давно. Которую вовремя не доставили, я так понимаю. Да, по сути, не доставлю. Ну, точнее, я его даже не забрал пока что. А мы хотели роллы купить. К 5 часам горение на площади 1,5 квадратных метра было ликвидировано. Что стало причиной возникновения пожара, устанавливают дознаватели Госпожнадзора.